То есть я посадил, съел, посадил по новой и до осени ел еще раз. То есть такой был год теплый. В этом году весна была очень холодная, был холодный май, июнь, да июль был не очень хороший. А вот сейчас конец августа, самые крайние числа. Ну, помидоры. Парник сделан в прошлом году. Здесь 2,20 на метр. Вот эти парники сделаны из поликарбоната, трешки. Я купил один лист за 1600 рублей, разрезал его пополам и сделал вот такой парничочек. То есть себестоимость поликарбоната 800 рублей на один парник. Доски, земля, ну по краям герметик утеплить, петли.